Отрывной календарь. 1969 год. Карагандинский зоопарк поменял свое местоположение. Новое светлое с высокими сводами здание построили там, где кончается тополевая роща Зелентреста. При переезде не обошлось без курьезов. Свирепому Яку переезд на новую квартиру явно не понравился, и он пропорол рогом колеса грузовика. А вот обезьяны от нового жилья в восторге. У них хороший аппетит. В мае часть обитателей зоопарка по традиции отправится в летнюю резиденцию на выставку в Центральный парк культуры и отдыха.